родился в 21-м году Чирышев Николай Ионович. Война началась там же с первого дня в Латвии. Я в школе еще был, полковой, зачислен был в школе. Школа уже на исходе, экзамен нам нужен, должен быть. Выехали мы из казармы в поле, вот, и начали бегать туда-сюда, заниматься, да, вот. И так переехали мы в такое низкое место. Комаров заедает, я сейчас думаю, наломаю и нарублю таких веток густых. Делали палатки, мы на два человека делали палатки, чтобы комар бы туда меньше забрался бы. Тут заедают комары. Да. Смотрю, так нарвал, смотрю, что-то бегут так, бегут. Да. Я тоже посмотрел, бегут, что такое, да, не знаю. И я бросил свое хозяйство, топор, тоже побежал. Подбегаю я, полковник стоит на кузове и говорит: «Товарищи, война». Задумались, война, что такое война, что, как, что же делать. И вот тут же меня в кабину посадили. Подвезли, где эти машины были пригнаты, новые трактора, и подцепили пушку. И я, значит, так с пушкой, и с этой пушкой такой, почти, можно сказать, войну закончил. Сразу бой начали по нас стрелять, уже тут были же люди специально на руку врага служили они. Вот. Начали стрелять по нас. И, значит, я снаряды таскал. Мы еще снаряды грузили потом. Да. Отправляли. А снаряды были такие штабеля в лесу замаскированы. Да. Я таскал снаряды и катал. Уже снаряд 100 килограмм. Берлин взяли, все. Но еще победа не была. Там, значит, и военные были, американцы. Дальше ли были, подошли уже. Но они уже за Берлином, встреча была, за Берлином. А Берлин мы взяли, не они. Прибегает его друг, в кузове был у меня сапожник, ремонтировал кому-то у батареи обувь. И говорит: Дардан, война кончилась. Да. А я слышу, я в кабине находился. Слышу: да, война кончилась. И начали уже салютовать. И я тоже автомат взял, тоже выпустил. Полностью зарядов. Сколько было, все выпустил. Во-первых, свою страну любить друг друга. Если любовь будет, так, конечно, будет и победа.